95 миллионов рублей направил Сарапулу бюджет Удмуртии на продолжение реализации проекта «Сарапульские острова». Первое. Полностью будет выполнено мощение всей набережной реки Кама. Ну, грубо скажу, что в границах города, но то есть вот той зоне, которая является прогулочной, мы сможем от территории бывшего грузового порта дойти до лодочной станции по мощенной набережной, по освещенной системе видеонаблюдения, ну а желающие, в общем-то, прокатиться на велосипеде там, или на другом средстве передвижения. Второе. У нас впервые появляются действительно непосредственно подходы к воде. К имеющимся трем тематическим площадкам добавятся еще четыре. Остров истории, природный остров, остров отдых, остров новых впечатлений. Будет продолжено благоустройство набережной с обустройством спусков к воде с понтонами, освещение и видеонаблюдение. Мы сейчас находимся как раз на одном из сходов. Таких сходов у нас будет 5. Вот в этой области по бетону. Вот. Дальше, если двигаться дальше к лодочной станции, у нас появится еще 2 острова. Остров новых впечатлений и природный остров. Там тоже будет несколько сходов. Будет у нас там понтон. Понтон для водных видов спорта, для проката. Каких-то вот атрибутики и плавсредств, так назовем их, да, для занятия на воде спортом и проведения досуга. Будут созданы условия не только для занятий спортом и игр, но и организованных пикников. На одном из островов будет открыта мангальная зона с навесом, рыбалки. У нас задача до 1 декабря по проекту, по контракту объект сдать. Сомнений, что мы где-то не успеем, у нас нет. Все равно основной акцент сделан на изготовление малых архитектурных форм, спусков. Вот вы сегодня увидите, несколько уже в чем-то сделано. Команда подрядчика нам хорошо известная. Не один проект реализован уже в городе. Всего же в рамках реализации 5 различных проектов удастся благоустроить практически всю набережную Камы протяженностью более 2000 метров, начиная от грузового порта и заканчивая лодочной станцией.